Всех приветствую! Вы на канале Ли Гончарова, и сегодня я расскажу о своем процессе, на котором я работал. Я работал в икорном цеху «Коряк Морепродукт». У меня была обязанность солить икру. В обязанности посольщика входило солить икру по нормам заказчика. Соленость икры регулируется по очень многим критериям. Первое – это температура тузлука. Чтобы получить тузлук, надо сварить воду с солью 2 к 1. Допустим, 5 литров воды на 2 килограмма соли. Если у нас будет 100 кг икры, то нам нужно 200 литров тузлука. Второй критерий – это температура тузлука. Чем больше температура тузлука, тем меньше солится икра. Чем меньше температура тузлука, тем дольше солится икра. Следующий фактор – это вид икры. Есть икра горбуши, киты, нерки и кижуча. Каждая икра солится разное время. Также есть критерий – это свежесть икры. Привозят на завод рыбу, если она еще живая, икру надо солить дольше. Если рыба приходит мертвая, то икра солится меньше. Такие вот параметры, как температура тузлука, количество тузлука по отношению к икре 2 к 1 или 3 к 1 и свежесть рыбы и стыков икры внутри нее. Эти вот все факторы как раз таки влияют на время посола икры. На нашем предприятии тузлук был очень низкой температуры, у него достигала температура от 9 до 15 градусов. И также у нас был большой разброс времени, чтобы посолить икру. Минимальный порог времени для посола икры у нас выходил 7 минут, максимальный 18 минут. Представьте себе, вам высыпают в чан с тузлуком, допустим, 120 кг икры, и вы мешаете это 18 минут без перерыва. Без перерыва мешаете почему? Потому что нельзя останавливаться. Если вы остановитесь, будет неравномерная соленость икры, если сверху икра застоится, она не просолится, а внизу наоборот пересолится. Поэтому нужно икру мешать равномерно, постоянно. Также надо не забывать выбивать икру, которая собирается на зюзьге. Зюзьга – это инструмент, которым мешаешь икру. Когда мешаешь икру, на зюзьге собираются кровяные икринки, и ты их должен выбивать. Этот инструмент чем-то схож на бадминтонную ракетку. Там точно так же переплетены нити. Я заснял полностью от начала до конца технологический процесс своего рабочего места от третьего лица, поэтому приятного вам просмотра. Увидите, как мешается икра, как она солится и что потом с ней делают. А перед началом просмотра не забудь подписаться на мой канал, поставить мне лайк и нажать колокольчик. Поддержите меня, мне это очень поможет. Так что, ребят, погнали!
Путина 2021, Коряк морепродукт.